Toyota Fortuner. Машина полностью подготовлена для эксплуатации многодетной семьей. Сзади на третий ряд, для третьего ряда пассажиров установлен монитор. Для второго ряда два монитора. В разных мониторах разный контент, разные мультики, разный возраст. И звук идет в наушники, а также можно подать в общую акустическую систему. Для водителя, а это будет мама, установлен дополнительная навигационная мультимедийная система с разделением экрана на две части. Яндекс.Навигатор, онлайн-телевидение, Play Market, любые приложения доступны для водителя. А также установлена в автомобиль система кругового обзора, которая регулирует и показывает изображение, что где находится при включении поворотника.